Сериал «Дельфин», второй сезон, новые серии, 3-4 серии. Анонс. 3-4 серии выйдут 28 мая на телеканале НТВ в 20 часов. 3-4 серии «Жестокий романс», 1-2 часть. Убита известная исполнительница русских романсов. Генерал Крымов берет дело под личный контроль. По подозрению в убийстве певицы задерживают нескольких подозреваемых и выходят на владельца ресторана Любимцева. Кораблев с Глебовым, продвигаясь в расследовании покушения, выходят на некоего Кудрявцева, который сознается, что ему поручили достать взрывчатку и сдает приметы человека, в котором Кораблев узнает одного старого знакомого. Степановна обретает нового друга по имени Захар. Тело Любимцева обнаруживают в камере следственного изолятора. Кораблев уверен, что Любимцева подставили. Лазарев продолжает налаживать связи и становится вхож к самому губернатору. Местные бизнесмены взволнованы его появлением. Кто-то готов его поддержать, а кто-то активно выступает против, как владелец ТЦ Гладышев. Он встречается с бизнесменом Харунжем, чтобы вместе противостоять пришлому дельцу.